Друзья, хочу вам показать, как выглядят термы. Папские термы в Витербо. Смотрите, это шикарный огромный бассейн в окружении зелени, садов. Мало что цветет пока, но обычно здесь очень много цветов. Люди заходят в бассейн, могут взять с собой такой круг, на котором плавают. Вот видите, мужчина плавает, да, он плывет, у него такая штучка зеленая, не знаю, как ее назвать. И вот с этой стороны бассейна глубина примерно 3-4 метра, и здесь температура воды 36 градусов. А вот с этой вот стороны, вон там, где много-много людей, вон там, видите, там температура уже 39-40-42 градуса, и людей намного больше там. В термах Витербо лечебная вода, здесь исторически папа римский всегда расслаблялись в такой водичке. Ну и сейчас любой желающий может приехать. 10 евро 3 часа, либо 18 евро целый день. Витербо находится примерно в часе езды от города Рима на машине в сторону Флоренции. Смотрите, какой чудесный бассейн. Можно и плавать, можно просто расслабляться. Ну и мы знаем, что приятно отдыхать в воде с температурой 36-42 градуса. Здесь можно расслабиться в теплой водичке как один день, так можно остановиться на несколько дней в расположенном рядом отеле. Вот такие вот непотопляемые палочки, как в бассейне, дают в аренду 1 евро на целый день. Настоящей изюминкой комплекса Терме дей Папи является пещера природная. В ней термальная вода стекает по стенам и образуется воздух температурой 48 градусов с влажностью 100%. Пары в этой пещере являются настоящим лекарством для кожи, дыхательных путей и суставов. Подавляющее большинство людей приезжает сюда погреться в теплой воде, расслабиться. Особенно приятно зимой плавать в теплой воде. Но есть и те, кто приезжают по направлению врача.